«Оставайтесь дома», – такая надпись появилась на доме министерств столицы Казахстана. На кадрах, снятых ночью в пятницу, видно, как просьбы оставаться дома на русском и казахском языках сменяют друг друга. С 19 марта в казахстанских городах Нур-Султан и Алматы действует режим карантина, введенный из-за угрозы распространения коронавируса. По состоянию на 4 апреля в Казахстане зарегистрировано 500 случаев заражения COVID-19, 4 из которых оказались смертельными. Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал строительство новой инфекционной больницы в городе в субботу. На все работы от старта до сдачи строительства отведен всего один месяц. Больница рассчитана на 500 мест, половину из которых будут составлять реанимационные койки. Основные строительные и монтажные работы большинства корпусов были закончены. Осталось закончить монтажные работы на общежитиях. Но в принципе сегодня уже можно разворачивать и отделочные работы, заявил Собянин журналистам во время осмотра одного из корпусов. Друзья, давайте встретим главную пару нашего вечера, которым ничего не помешало, пусть даже в таком скромном формате, провести свою свадьбу. Карантин свадьбе не помеха. Жители Уфы, Лиля и Ватих собрали родственников и друзей перед экранами и провели первый в Башкирии свадебный онлайн-банкет. Торжество проводилось в среду, 1 апреля, на следующий день после введения в республике режима полной самоизоляции. Несмотря на условия, осложнившие празднование, новобрачные не отказались от традиционного свадебного банкета, застолья, танец молодых, ведущий и конкурсы. В качестве призов гости получали актуальные подарки – макароны и туалетную бумагу, а проигравшие надевали маски, неважно какие. Екатерина Токамбаева, Джентай Макенов, «Пирамида».